Более 200 пар приняли участие в первом кубке имени Николая Озерова. Румба, танго, венский вальс, роскошные дамы и галантные кавалеры привлекли внимание зрителей. Было очень приятно, то, что был полный зал людей, то есть это очень здорово, это когда очень... танцуешь, и когда зрители, полный зал, а не когда ты в пустом зале танцуешь. Чтобы показать пример молодым, сразу после чемпионата мира прилетели звезды профессиональных спортивных танцев Юстиас Дукнаускас и Екатерина Лапаева. Были рады, потому что для нас это тоже хороший шанс как бы отработать нашу программу, протанцевать и почувствовать себя еще в каком-то качестве, не только в турнирном. Было именно хорошо станцевать шоу сегодня. Очень приятно посмотреть на таких хороших танцоров, оценить их танец. Стремиться всегда есть к чему. Ну да. Даже когда ты уже чемпион, может, даже в профессионалах мира, все равно есть к чему стремиться. Пока одни выступают на паркете, другие участники готовятся за кулисами. Через несколько мгновений они уже будут с блеском танцевать на паркете. Кубок имени Озерова, помимо показательных выступлений и танцевальной программы разных возрастов, это еще и турнир мировой классификации IDSF Open Standard. Первое место в этом престижном соревновании заняли брат и сестра Сергей и Ольга Коновальцева. У счастливых и усталых победителей теперь масса планов. Завтра летаем в Лондон, потом в Италию. Тренироваться. Да. В конце следующей недели у нас турнир в Италии. Потом небольшой перерыв перед Новым годом. Новый и потом год. По новой. И потом, да, у нас очень ответственный турнир, как я уже сказала, в конце января в Англии. Мы будем готовиться к нему. Я думаю, каждый поймет, у кого есть сестра или у кого. Или сестра с братом. Это они в трудный момент всегда поддержат друг друга. Но, конечно, без ссор не бывает. Взаимопонимание уже налажено с детства. Не, ну, конечно, с детства. Просто когда мы проводим довольно-таки много времени вместе, из-за этого иногда возникают у нас конфликты, когда мы не можем пойти. Мы по характеру два лидера, и это нам иногда мешает. Будем надеяться, что молодая пара справится со всеми трудностями. Глядя на них, Николай Николаевич наверняка воскликнул бы свое знаменитое «Танцем в спорте быть».